7 фестивальных концертов, долгие годы работы и множество наград. Одесская филармония отпраздновала свой 90-й день рождения юбилейным фестивалем, к тому же открыв 174-й филармонический сезон. В программу музыкального феста вошли лучшие произведения из репертуара культурного учреждения в исполнении солистов и камерного оркестра. Филармонии рассказывают, музыкальное разнообразие стало возможным благодаря тому, что за последние годы коллектив пополнился молодыми артистами. Вот за эти 7 концертов, которые мы провели, посвященные 90-летию филармонии. Как говорят, ни в сказке сказать, ни пером описать. Это невозможно. Передать ощущения, эмоции. Зал, все концерты, зал стоя скандировал. Я начал работать в 2008 году, и я был участником формирования, создания вот этого большого коллектива «Чайка», которого, ну, таких коллективов филармонии не было. Готовились долго, тщательно, и надеюсь, что эта подготовка плоды свои принесла. На протяжении долгих лет Одесская филармония дарит зрителю музыкальные встречи с лучшими инструменталистами и вокалистами не только региона страны, но и всего мира. И принимать гостей в ближайшие годы мечтают с большим размахом. Мы сегодня приготовили подарунок для филармонии. Реалізується програма президента України «Велика реставрація», і буквально сьогодні оголошений тендер на першочергові протиаварійні роботи. 58 мільйонів гривень будуть освоєні в цьому році. А далі проєктно-кошторисна документація, яка передбачає повністю капітальний ремонт нашої перлини, архітектурного такого здобутку. Филармонії надіються, що, несмотря на надвигающуюся і довгожданну реставрацію, все еще смогут принимать зрителя. Документацию на проведение работ планируют подготовить до конца октября. А пока в ожидании перемен планируют новые концерты в лучших культурных традициях. Татьяна Барумбей, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».